Звуки выстрелов разрывают привычную тишину. Однако сегодня на военном полигоне выстрелы будут раздаваться постоянно. Сотрудники СОБРа отрабатывают упражнения по стрельбе из разных видов оружия. Стандартные автоматы и пистолеты, которые есть у каждого сотрудника, уже пристрелены и в руке лежат привычно. Но здесь они сталкиваются и с противотанковыми, и со станковыми гранатометами. Это АГС-17, который еще называют «Пламя». Во время полевого выхода бойцы СОБРа делают из него около 15 выстрелов, поражая определенный участок. Конкретно мы отрабатываем стрельбу с закрытых позиций. Это по настильной траектории и по навесной. Он для чего нужен? Допустим, если мы стоим где-то на блокпосту, да, на каком-то опорном пункте, обеспечивает нам поражение противника. Полевых выходов у сотрудников СОБРа 2 в год, после каждого периода обучения. Здесь отрабатывают приобретенные навыки, а также отмечаются недочеты, которые впоследствии исправляют. Здесь на полевом выходе мы можем максимально отработать те поставленные задачи, которые приближенно у нас сравнимы с командировками на Северном Кавказе. Здесь у нас есть, в принципе, уникальная возможность построить что-то реальное, схожее к боевым действиям. Как говорят сами сотрудники, полевой выход старается не проводить дважды в одном и том же месте. В этот раз основная часть работы проходит на горно-лесистой местности. В полевом выходе в предыдущие дни отрабатывалась тактическая медицина, лесная подготовка, инженерная подготовка, штурм здания, как в полицейской составляющей, так и войсковая спецоперация. Полевой выход длится неделю. Обязательные элементы каждого – многокилометровые марш-броски в полной амуниции, преодоление водных преград как днем, так и ночью. Завершится полевой выход рязанского СОБРа учебной спецоперации по поиску и нейтрализации вооруженных преступников в условиях лесистой местности.